нами. Как настроение в Фатуре? Настроение хорошее, но только ветер очень сильный. Следующая наша песня называется «Космос». Очень холодно. Ярослав со мной. Мы там не будем. Флешмоб такой. Сейчас будет праздник. Вылазишь? Вылазишь? Яська уставшая? Да, Яська? Мы идем. Здорово. Холодно сегодня ночью, правда, но... Мы с Яськой тоже сделали свой выбор, да? Ну, Яс. Оживай, оживай, оживай. Сейчас мы идем на праздник. Всем привет. Мы на выборах, как вы уже поняли. Мы сначала сделали фотосессию себе. Нас что-то попросили. Тоже. Да? Яра чуть засыпает, но ничего. Сегодня 18 марта, выборы президента. Мы тоже в городе. Сейчас через 10 минут уже начнется концерт. Мы пока вот здесь немножко гуляем. Пройдемся. Просто вышли немножко поздновато, конечно. Ну вот, оставайтесь с нами, сейчас посмотрим. Сегодня должна быть выступать группа «Белый орел». Белый орел. Орел, молодец, будет выступать, да? Скажи, оставайтесь с нами, смотрите концерт. С нами. Вот так вот. Сейчас чуть-чуть здесь обернем, пойдем. Различных товаров. Ольга Моль переехала в Крым недавно. Шоколадные сердца или открытки с видами полуострова. К выборам Ольга подготовилась. Ее товар сегодня пользовался большой популярностью у покупателей. Я как только приехала в Крым, я влюбилась в него, поэтому даже на фабрике специально делают открытки уже с Крымом и с логотипами. И морская тематика, это дельфинчики, это ракушки, это, ну, в общем, конечно, подготовилась. А как же? У нас есть такие акции, где мы уступаем. И предлагаем с вас 100 рублей. Даже во время интервью успеваете продать, да? Конечно, конечно. Это очень приятно. Это вкусная торговля. Кроме ярмарок проходили и концерты, специально подготовленные к этому дню. Так учащиеся «Интеграла» устроили шоу прямо во дворе школы. И с удовольствием вот здесь остановилась, чтобы посмотреть этот концерт. Смотрите новости, концерты проходят на других избирательных участках. Вы тоже можете успеть их увидеть. Ну а мы продолжим рассказывать о них в наших следующих выпусках. Екатерина Куницына и Евгений Малов. Искренне вот радуются, честно, реально смотрю. Настолько они счастливы, что они присоединились. Сегодня, 18 марта, выборы президента Российской Федерации. Мы строим дома и спасаем жизни.
Только ветер очень сильный. Сейчас песня называется «Космос». Очень холодно. Так что мы уходим. Мы выбор свой сделали. На празднике побывали. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Я из холодно очень. Ветер попоменьше немножко. Давай. Пока-пока. Ну а крымчанам за Россию, мы все едины и хотим жить веселее и красивее, и пусть хоть трудности сейчас.